преддверии Дня российской печати председатель правительства Тувы Шалбан Караол встретился с региональными представителями средств массовой информации. На встрече Шалбан Караол поздравил региональных журналистов. Позвольте поблагодарить вас за вашу работу и поздравить с профессиональным праздником – Днем российской печати. Желаю всегда вам быть на острие событий, оставаться творческими, объективными и беспристрастными, отметил он. Ну, давайте попробуем просто вот вспомнить. Вот, например, Тува запомнилась в 2017 году, прежде всего, на федеральных каналах. Помните, такие хорошие, позитивные фильмы прошли по НТВ, по «Звезде» и вообще по «Вестям», когда первый канал всероссийского телевидения вещает о том, что где-то в далекой Туве реализовывается такой хороший проект, который вошел в пятерку самых социально значимых 2017 года, как хэштаг для молодой семьи, как здесь не гордиться. Кроме того, на встрече были обсуждены и вопросы внутреннего туризма, в частности, освещение Тувы в средствах массовой информации. Также журналисты вместе с главой договорились в этом году найти самую яркую и точную интерпретацию главного бренда Тувы – Центра Азии. Чтобы этот символ в полной мере формировал и раскрывал уникальный образ Тувы, всегда ассоциировался с ней и работал на ее продвижение и развитие.